Лето – чудесная пора, особенно когда каждый день наполнен интересными событиями, общением со своими друзьями. Пожалуй, нет более счастливого времени для детей, чем летние каникулы. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического развития детей предусматривает программа школьного летнего лагеря. Планирование работы и проведение мероприятий осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Деятельность летнего лагеря универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Создает благоприятные условия для укрепления здоровья и организации и досуга, социально защищает детей из малообеспеченных семей. Наш летний оздоровительный лагерь «Лесная сказка» функционирует при СОЖ номер 2 аула Кашхабль. Всего детей у нас 70, из СОЖ номер 1 – 35 человек, из СОЖ номер 2 – 35 человек. У нас дети в основном малоимущие, многодетные, инвалиды и малообеспеченные. Ежедневно у нас проводятся очень интересные игры, оздоровительные игры, мероприятия спортивные, развлекательные, поучительные, приурочные календарным датам. День России, День русского языка. Питание у нас организовано двухразовое на сумму 157 рублей 70 копеек. Детям очень нравится у нас в лагере, они активно к нам ходят. Для ежедневного приятного времяпровождения детей обустроены игровые комнаты и комнаты отдыха. Каждое утро здесь начинается с зарядки, после которой дети идут на завтрак, после чего начинается самое интересное – игры и развлечения. Должное внимание в лагере уделяется формированию у детей навыков безопасного поведения в современном обществе. Проводится занятие по изучению правил дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи. Для повышения знаний по правилам дорожного движения сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Безопасное лето», в котором приняли участие ребята из летнего лагеря «Лесная сказка». С детьми провели разъяснительную беседу по соблюдению правил дорожного движения, обратив особое внимание на безопасное поведение юных пешеходов на проезжей части. Сегодня на базе 2-й средней общеобразовательной школы проводится профилактическое мероприятие «Безопасное лето». Данное мероприятие проводится с целью профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С наступлением летних каникул дети зачастую большую часть времени проводят на улице. Поэтому сейчас особенно важно уделить особое внимание юным участникам дорожного движения, напомнить им о безопасном поведении на дороге. По словам директора лагеря, ребятам скучать не приходится. Дети всегда найдут занятия по душе, а воспитатели и вожатые всегда готовы разнообразить их досуг.